Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою странной душа цвел, когда, какой весною, и долго ли цвел, и сорван кем? Чужой, знакомой ли рукою, и положен сюда зачем? На память нежного ли свидания или разлуки роковой, или одинокого гуляния в тиши полей, в тени лесной? И жив ли тот, и та жива ли, и где их нынче уголок?